С другой стороны, внутри справа, увидим историю Авраама и Исаака. Авраам, когда готов был отдавать своего сына ради Господь, наш Господь, конечно, ни в какой случае ему нужно человеческое жертвование. Это испытание для Авраама. Я не думаю, кто-то может пройти такое испытание еще раз. Но это не просто так было испытание. С другой стороны, хотел Господь нас подготовить для того, чтобы он собирается отдавать своего сына ради Не вырвите свои айфоны сейчас. Посмотрим, как пойдет. Прикольно, да, кстати, знаю, красиво. Такие стоят. Окей, окей, гоу. А что это такое? Пофоткать там что-то. Красивые деревья, типа. Да. Испортил, смазал кадром. Песочные ногой себе плесу. Вылетишь потом. Что-то минимально трясет. Да не то, что мы видим. Сережа, мы где мы вообще находимся? В каньоне. Понял. А это крокодил. Так, уважаемые, сначала добро пожаловать в каньон, Синайский полуостров, в сердце Синайских горах. И тоже добро пожаловать в Святая Земля. Это карта Синайский полуостров. Это, кроме чем море и солнце и гора, у нас здесь родилась иудаизм, христианство и ислам. Поэтому Синайский полуостров представляет особую ценность для трех основных мировых религий, монотеистических религий. На уступенных гора Моисея на расстоянии 100 километров родилась иудаизм. Искрижали вера пророку Моисея, который затем в ярости разбил, как увидим, израильтяне танцуют вокруг золотого тельца. I know you.
Вообще. Встань, не раскисай.